Есть такой термин, как инвестиции. Это когда люди вкладывают свои средства в какой-то проект, чтобы в будущем иметь какую-нибудь перспективу и пожинать, как говорится, плоды своего труда. Сейчас мы тоже призываем всех, кто хочет перемен и изменений в стране, помогать нам материально, инвестировать в нас. Все бизнесмены, госслужащие, простые граждане должны понять, что наша страна катится в пропасть, и выход только один – активизировавшись, сделать нашу страну процветающей и богатой. Все ваши пожертвования, как и инвестиции, это инвестиции в прекрасное будущее, которое мы хотим построить вместе с вами. Для работы, борьбы нам нужны финансовые ресурсы и ваша поддержка. Только так мы добьемся успеха и перемен. Неважно, сколько вы вложите в нас, с миру по нитке, как говорится, голому рубаха. Каждая копейка, вложенная миллионами людьми, поможет нам достичь успеха. Алга, Казахстан!